На, Володя. На. Так. Солнышко, друзья, светит. Всем привет. Лук я выношу. Уже на днях постараюсь сделать, как сказать, ну, посадить его. Сегодня, друзья, Катя утром встали мы. Катя говорит, сегодня, ну, уберем петушков. Посмотрим, может, она настроится и справится со всеми. Я так, все, что она говорит, я все делаю. Ну, короче, убираем. А сам, друзья, хочу, сегодня по кукурузу не поеду. Потому что, ну, тяжело мне и собирать, и что-то, и пахал. Поставлю фрезу. Ну, сейчас ее надо обтянуть. И попробую этот. Там, на том огороде, попробую профрезеровать. Может, мне там не надо будет и пахать. Я профрезерую. Ну, как и на том, я думаю, трава будет нормально расти. А там посмотрим. Может, профрезерую немножечко. А потом уже легче будет пахать. Потому что пахать я, не знаю, ну, там то глыбы выворачивать, то бурьян, трактор то тянет, все. Бурьяну там застряет, и все, он не лезет. Там бывает метров 10 четко вываливается ровненько, а потом насобирается бурьяна много, и, короче, не идет. Ну, то такое, то мелочи. Так. Утки загорают на солнышке. Вот. Все как яблоки на снегу. Дробленочка есть у них покушать. Ну, лежат, занимаются. Водичка есть. Эти кашники есть. И, друзья, вчера вечером мы по поводу ночки. Мы с Катей пришли. Ну, когда вечером управляться, взяли ночку и, друзья, где она тут? Вот сейчас, ах, ее тут, вон, тот глаз, видите? Он немножечко у нее, видать, еще болит. Но мы сегодня еще тетрациклиновой мазью, мы ей вчера помазали. И что у нее болел глаз? Мы сразу обнаружили, ее не укололо. Я достал оттуда вот такую вот соломинку. Ну, короче, вот такой вот где-то кусочек. Вот такой вот. Вот. Вот такой вот. О. Ну, плюс-минус. Он уже был, знаете, в слезах, и слезы такие закисшие. Короче, мы когда капали, я смотрю, что-то там у нее есть. Достали, не капали, а мазали. И промазали ей мазью. Сегодня вечером опять промажем. Но я смотрю, уже как бы глаз не слезится. Вот, видите, вот этот глаз. Этот нормальный, вот она сейчас смотрит на него, на нас. Ну, тоже и тяжело, видать, глаза. Я не сразу, видать, обнаружил. Короче, ну, все, самое главное, что все было получено. Я думал, наколол, а оно, оказывается, попал ей мусор. Мне тоже когда-то, я прихожу домой. Где-то я работал, не помню. Но я помню, что прихожу домой и Кате говорю, у меня часто в глаза что-то попадает, то этот, хоть и бывает, настроюсь, одену очки, а у меня сразу они потеют, ничего не вижу. Но бывает, то окалина попадет, то еще что-то. Ну, Катя, у нее батя токарь, она привыкшая всегда вытаскивает, говорит, то у бати вытаскивал, теперь у тебя. И, друзья, я когда-то прихожу домой и говорю, да что-то мне в глаз попало. Что-то болит. И она говорит, открывает мне глаз. А у меня на работе там ни зеркала не было. Ну, в поле работали. Открываю глаз. Ну, она. И у меня там вот такая вот ветка была. Вот, сейчас я вам покажу. Вот так. Я не знаю, как она туда застряла. Ну, плюс-минус. И представьте, я полдня с ней проходил. Вот такая ветка. Она вот туда попала. Да мешает и все. Ну, короче, такие вот дела. Вот это и у кролички попало. Ну, ничего, самое главное, что все мы сделали, спасли. Он тоже вот очок, видите. Я думал, этот, ну, он такой туда-сюда будет нормальный. Ну, он будет, Катя тоже, если, дай бог, у нее получится сегодня убрать петухов. Я надеюсь, там было 11 штук.
Ну, хотя 11 штук тяжеловато ей самой. Ну, я думаю, постараемся. Я ее так немножечко стимулирую. И этот, эти все петухи, друзья, будут идти нам домой. Вот. Так, курточку забыл, повесил на персик. Так, тут-то петухи занимаются. Раз, два, три, четыре, пять. А, он шестой. Друзья, и сегодня я сделал, потому что смотрю, еще я заметил, вот эти вот отсеки были как бы уже. И они когда сидели, я увидел, на нижнем сидят и клюют, бывает, взад. Может, еще из-за этого как бы хвосты немножечко у них пощипанные. И я вот такое вот бревно им полностью, гляньте, на всю длину прицепил. И вот эти сделал шире. Они уже не будут доставать друг до друга. Короче, вот так вот мы решили. Все. Сегодня утром я им еще побил перед тем, как выпускать. Они сразу выбежали, давай здесь клевать все подряд. Ну, короче, занимаемся тут. Бычок. Кстати, друзья, там переживали. Я с этой стороны, вот видите, здесь такие лаги есть. Я с этой стороны тоже набью досток. Да, я тоже подумал, он может разбить как бы шифер. А здесь такую, тоже здесь, наверное, забетонирую какую-то трубу или что-нибудь, посмотрю. Чтобы здесь была калитка, ну, проход, чтобы был. А может даже вот так вот сделаю доски и как бы ему тут тоже хватит. Тут метров 6. Ну, не 6, метров 5 точно будет квадратных. Для одного его хватит. И дорожка будет как бы под накрытием. Ну, короче, что-то придумаю, друзья. Я тоже подумал за это. И много кто написал, что он может шифер разбить. Я думаю, что мы как бы это решим, этот вопрос. Можно будет и набить. Ну, короче, что-то придумаю я. Потому что, да, бычок уже он... О, видите? Ага, ага. О, что творит. Артист. Так что, что ты от меня трёшься, бычок, а? Ты воняет уже как этот. Так, куры, куры здесь сидят, занимаются. Так, сегодня, друзья, попробуем сегодня посадить вот эту белую индюшку. Надо колесо где-то найти. И куда-нибудь ее приспособим. Потому что сегодня должны снести... А ну, есть тут уже? Да, уже есть. Вот, давайте заберу одну. Так, да, одну. Хотя и эта черная сидит. Ну, черная тогда позже соберем. Потому что белая раньше села. И одно яйцо. И дома, по-моему, около 20. Ну, мы посмотрим, 20 штук или 19 штук ей положим, хватит. И будем собирать, если что, это. Потому что уже реально меньше яиц стало. Ну, не знаю. Эти, наверное, еще будут нести. Посмотрим, может, сегодня еще будут яйца. Но уже надо. Посадим тоже, пускай выводят. Они говорят, и крепче будут индюшата. Ну, посмотрим. Пока еще никто сюда не залазил на этот, на это сидало. Такое, на весь этот. Здесь толстенько, а там еще сделал подпорочку. О, видите, бык на солнышко выходит. Ага, солнечные ванны принимает. Хотя у него тут и окно. Он смотрит. Опа! Кстати, видите, окно через сетку. Он не разбил его. Вот, может, даже сеткой какой-то я натяну, и все, и будет нормально. Да, кстати, вот, окно не разбито, хотя он через него выглядывает.
Увидел зрителя тут, я стою, все, начинает выображать. Оп. Опа. Кого-то поймала, играется. Вы видите? Они часто поймают и играются. Оп-оп-оп. Чик-чик. Ага. Гляньте, гляньте, что творит. Опа. Ага. Охотница вообще, она насчет этого молодец. Видите, видите, играется. Гляньте, что творит. Лопата. Я тут уборкой занимаюсь постепенно. Катя работает. Зайка, помаши. Занимается и... ну, я думаю, как раз поубираю все. И у коз, и у свиней. Ну, у всех. Ну, гляньте, до сих пор что-то там... Видать, она... Туда забегала и там шевелится, а. Видите, видите, все на. Оп. Артистка. Друзья, все. Петушков больше нету на мясо. Всех убрали. На днях. Здесь пускай уже будет открыта вот эта дверь. Оно здесь все просохнет. Я почищу полностью. Все. Может, внутри там... Не может. По-любому буду делать дезинфекцию. Вот эти все ямы позакапаю, поподкидаю. Вот кучу они тут нагребли, конечно. Все выровняю. Сделаю. Облагорожу, короче, чтобы здесь были потом цыплята мелкие. Да, вот это все мелкое надо будет закрывать. Ну, посмотрим, друзья. И когда сделаю здесь... есть у нас специальный препарат, который обрабатывать. Разведем, полностью обработаем, почистим и потом побелим. Помою окно. Ну, короче, друзья, потихонечку будем готовиться, потому что сегодня уже, кстати, 1 марта. Сейчас туда-сюда уже смотришь, время быстро летит. Уже надо как бы и цыплят сюда надо будет отправлять вот этих вот. Потом следующие, уже скоро через 5 дней должны индюки быть. Ну, короче, процесс идет, друзья. Место готовим. Тут лампа есть. Короче, все нормально. Сетка вот эта вот отлично проработала. То есть и птицы сюда, смотрю, не летят никакие. Вот этот только надо будет вот эту убрать. Докуплю, если что, вот такой же. И заделаю здесь полностью. Может, если получится, где-то найду шифера. И вот здесь вот полностью вот так ряд сделаю. И чтобы сюда им кушать ложить. Как бы, что если дождь, не только здесь, а еще и здесь было им место. Так что, все, больше петухов нету. Ну, которые были на мясо, друзья. И все, и уже на следующий год опять такая же будет история. Из этих всех себе 11 штук, плюс у нас там было в морозилочке. То есть, как бы, без мяса не останемся. Может, я же говорю, несколько сделаем банок тушенки. Да, Володька? Друзья, маркиз отдыхает. Цыплята тоже, видите? Пластом разложились. Ой, я их взбудоражил. Вон этот коричневый. Ну, ты хочешь, да? Ты хочешь попозировать, да? Ого, зубы какие у тебя. Сейчас, одну секунду. Все, пока я по телефону поговорил, все, успокоились. Проголодались некоторые. Попить. Индюк. А вон индюки двое. Вот индюк и вон индюк. И, друзья, вот они, все. Петухов. Все лежат здесь. Ну, которые такие более-менее хорошенькие. Можно будет вот этот, например, его можно и запекти. Мы тоже любим там с картошечкой или просто так. Катя бывает запекает мясо покушать, мы любим. Ну, короче, все, сейчас она тут будет их разделывать. Ну, прямо здесь порубаем, я ей помогу, все. Короче, убрали всех, друзья, все. Потом поубираем все и... Оп-оп-оп, малышня, гляньте, гляньте, гляньте. Вот хочу показать вручечек. Оп-оп. Чик-чик-чик-чик. Гляньте, чик-чик-чик. Настрой, чик-чик-чик.
Падает, настроение хорошее. Друзья, какие... А, Мухины, получается, 28-го родились, те 29-го. Ну, им уже месяц есть. На днях мы сделаем им этот. Ой, там дерутся у Фионы. Некоторые отдыхают под лампой. И здесь то же самое. Некоторые, вон, видите, мамкину поилку. Мамкину поилку. Так. На днях уже почистим. А, там этот комбикорм. Видите, свиньи что-то большие не едят тут комбикорм. Вы видите, а поросята кушают. Вот, насыпано. Здесь все у нее вылизано. А там тот не кушает. Вон он. Видите? Туз бубновый залез. И все. Ну и мы их отсадим, друзья. Уже будем... так я и не сказал. Те разбушевались. Вот что-то у них настроение хорошее. Те дерутся. И попробуем, друзья, и Мухиных, и Фионыных. Пумба, сейчас дам. Тебе скоро работать. Ему даем по яичку обязательно. Обязательно даем яичко. Вот. Потому что сейчас свиней... Сейчас... поросят заберем и свиноматок будем сразу случать. На. Опа. Ага. Все, молодец. Молодец. Ну, они, в принципе, веселенькие, все нормально. Все. А, Мурка убежала. Вот здесь я доски поубирал, мыши погрызли пенопласт. Позаметаю здесь все, тоже сделаю дезинфекцию, побелим, наверное. И кинем сюда маленьких поросят. Вот эту дырку я закрою. Одну лампу им посередине. Или в углу в каком-то поставлю лампу им. И пускай они как бы здесь уже будут заниматься. А свиноматок получается уже туда-сюда и будем случать, друзья. Чтобы уже были туда на осень еще поросята. Эти бегают артисты. Да, похудали, конечно, гляньте, какие стали. Особенно Фиона была, муха не так похудала. Но Фиона, конечно, немножечко больше похудала. Хватит, Пумба, хватит. Ну, а так, друзья, все отлично. Козочки там все гуляют на улице. Уже даже, ну и по погоде. Сегодня первый день весны, правда, как бы... И уже прям чувствуется, что весна. Ну, погода теплая, хорошо. Так что такие дела. О, попила водичку. А они, то, что она выпускает, пьет. Надо эту поилку, наверное, выше сегодня подниму. Потому что они подросли, им все равно будет удобнее пить, когда она будет выше. Так что такие дела. Он чешется. Артисты маленькие. Все, друзья, дела идут потихонечку. Мы, в принципе, до весны и хотели убрать всех петухов, так и получилось. Короче, первый день весны, все, петухов больше нету. Те петухи, которые там тоже есть пару штук мелких. Они уже будут там, мы их прямо оттуда уберем. Когда закончится инкубация у нас, ну вот что мы людям соберем. Уже заказы мы не принимаем, потому что нам надо рассчитаться, которые мы уже как бы пообещали людям. И себе соберем. И когда инкубация закончится, туда дальше оставим себе двух петухов, а всех остальных уберем, друзья. Ну, чтобы они чисто ходили с курями. И все. Я думаю так. И, а потом на следующий год мы с Катей так посоветовались, кое-что мы будем... Ну, придумали мы, чтобы обновить круг. У нас будет как бы другие петухи, мы надеемся. Так что такие дела. Все, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Всем пока.